Но у меня не было такой цели, там, вот, я хочу синий пояс, то есть и все. То есть, я себя комфортно чувствую и белым поясом, то есть и я до сих пор остаюсь с менталитетом белого пояса, то есть буду продолжать учиться. Синий пояс – это единственное просто большее требование. Где нет предела для роста мастерства. То есть это постоянно динамическое как бы, развитие, и каждый, с кем ты борешься, так или иначе, знает что-то, чего не знаешь ты, даже как бы люди с минимальным опытом. Поэтому всегда есть чему учиться, есть к чему стремиться. То есть, и мне нравится еще более такой позитивный подход к этому единоборству. То есть тут никто никого не ломает, а тут нет такого эго, то есть здесь нет задача там кого-то подавить, сломать, там, убить. Вот. Тут вот именно как бы, больше позитива, больше конструктива. Вот этим мне как бы больше нравится, этим импонирует это единоборство. You're gonna give her me. I am that little. She's so.
my soul, my life, my mood, my why, my flow. Gotta move how you wanna move, gotta do what you wanna do. Got funk up on top on you, gotta roll with the funk when we show it up. Hands up till you throw it up, funky too, gonna blow it up. It's so funky when you hear it and you go, go, roll it up. Я могу сразу сказать, что меня изрядно вымотали ребята пурпурные пояса. Как бы с ними очень интересно бороться, они очень динамичные, очень здорово борются. Но я очень много сил отдал на борьбу именно с пурпурными поясами. То есть дальше мне уже, после того, как они меня вымотали, я уже перешел в фазу, там, скажем так, мягко говоря, выживания. Голос предков нет, я сегодня не слышал, но я думаю, если бы еще полчасика, я думаю, что они бы уже начали стучаться ко мне. Живой, держи, держи.